Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Как вы поняли по названию, в этом ролике я буду один день работать в ФСБ. То есть я вам покажу, что из себя представляет данная фракция. Потому что попасть сюда довольно-таки трудно, поэтому я думаю, вам это будет интересно. Я сам никогда не был в данной фракции, то есть для меня это реально что-то новое. И я всегда хотел сюда попасть. Поэтому я специально попросил, чтобы меня устроили в ФСБ. Я вам сегодня покажу функционал, покажу, что находится в здании ФСБ. И, возможно, попробуем за кем-то поездить, кого-то арестовать там и так далее. Но если ты еще не играешь на проекте Amazon Free Play, то, конечно же, не забывай вводить мой промокод. Пишите /mm, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервачке. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте постараемся на ролике набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Ну что ж, ребята, вот получается, я подъехал уже к зданию ФСБ. Я на самом деле всегда хотел побывать в данной фракции, но, как я говорил, попасть сюда просто максимально сложно. Ну реально, там надо вербовку проходить, надо сначала служить либо в ДПС, либо в ППС, дойти там до 4 ранга и так далее. То есть раньше это было не так сложно, сейчас, мне кажется, это еще сложнее. Поэтому мне данная фракция максимально интересна. Я хочу просто посмотреть, изучить, как бы, что, как работает, какие команды, какие есть возможности там и так далее. Поэтому я думаю, вам это тоже будет интересно. Ставьте лайк, можете еще подписаться на канал. То есть я буду вам реально максимально благодарен, потому что такие ролики реально сложно записывать. Я думаю, вы сами понимаете. Все для вас, пацаны, все ради контента. Если вам тема с ФСБ понравится, возможно, я еще запишу какое-то видео, где мы будем там ловить преступников, может быть, сейчас в каких-то РПшках там и так далее. То есть все зависит только от вашей активности, от вашей поддержки. То есть давайте сначала изучим здание ФСБ. Это не центральный вход, это получается у нас выход на крышу. Центральный вход у нас находится где-то немножко в другом месте. А вот здесь. Вот здесь получается центральный вход. Вот у нас получается здание ФСБ, в которое зайти могут только сотрудники ФСБ. Давайте посмотрим количество арестов. Можно посмотреть, какие здесь получаются у нас игроки больше всего делали арестов. То есть некий такой рейтинг. Так, короче, пацаны, продолжим как бы. Тут поинтересовались, что это такое. Количество нейтрализации. Давайте посмотрим. Тоже такой некий рейтинг получается. Больше всего, наверное, шокером ударили. Я так понимаю. То есть даже в ФСБ, пацаны, есть свой рейтинг. Я реально очень доволен, потому что я хотел реально давно изучить данную фракцию, но самому сюда попасть я бы не смог реально, потому что я там не какой-то фулл РПшник, то есть я не могу долго находиться там во фракциях там и так далее. Для меня попасть сюда очень сложно. Только с помощью своих, так сказать, ютуберских возможностей я смог сюда попасть. Самое неприятное то, что у меня как бы ломка, то есть у меня там наркозависимость огромная просто, там 15 тысяч, и будет неприятно, если я попаду в ломку при виде своих коллег, так сказать. Вот, комната допроса, пацаны, вот здесь как бы вас будут пиздить и выбивать из вас информацию. Видите, если смотреть туда, то ничего не видно, а если, допустим, смотреть оттуда, даже это, пацаны, реализовали, понимаете? Мне данная фракция реально очень интересна просто. Я бы хотел здесь хотя бы, ну, пробыть месяц, как бы, поизучать все, попробовать себя в роли ФСБшника, как бы. Я даже ломку бы вылечил, на самом деле. Здесь можем переодеться. Вот, допустим, завершить рабочий день, но нам это делать не нужно. Мы переодеваемся обратно. Так, здесь мы можем взять оружие. Получается, пистолет ТТ, АК-105 мы можем взять, СВД ПСО. Дубинка, щит, бронежилет, маска, дымовая граната, электрошокер, полицейский таран и аптечка. Здесь у нас, получается, есть автомобили. Это гелики новые, старые. Есть вот такие вот фургоны Mercedes. И есть вот такие вот фургоны Volkswagen. То есть автопарк ФСБ тоже довольно-таки интересный. Вот, получается, команда организации. Так, ДПС, вот, ФСБ. Так, меню организации.
F-RAG получается. F-RAG — один меню организации для взаимодействия. Open — открыть шлагбаум. Куф — надеть наручники на игрока. Ну, мы можем взять машину на буксировку, снять машину с буксировки, объявить розыск, вызвать подмогу, база данных полиции, надеть шлем, посадить игрока в машину, громкоговоритель, установить мигалку на транспорт, установить конус. То есть вот такой вот функционал. Так, здесь можем база данных. Так, подслушать организацию можно. Прослушка смс вызовов, поиск досье, поиск тех данных транспорта. Так, поиск штрафов, поиск трудовой книжки, информация о граблении. Список разыскиваемых. То есть можно посмотреть, кто находится в розыске. Но это понятно, так, количество сотрудников мы можем посмотреть. Здесь мы можем посмотреть государственные организации, сколько здесь получается онлайн. Даже у ФСБшников есть свои, получается, ежедневные задания. Не факт, что я буду кого-то арестовывать, потому что, ну, я не могу это отыграть, понимаете. У меня не было мигалочки. Я вот поставил мигалочку, поэтому я вот такой теперь опасный, важный, как хуй бумажный. Я не знаю, можно, конечно, за кем-то поехать, блин, я не знаю. Просто я боюсь что-то неправильно сделать. Так, вызвали СОС. Так, давайте тогда поедем на СОС, ебать, я не знаю. Может, хотя бы там я чем-то помогу. Как бы помогут, вызвали, но никого здесь нету. То есть, зачем вызывали, пацаны, непонятно. Я, кстати, тайзер забыл взять. Почему-то у меня метка не пропадает. Короче, не знаю, кто там вызывал, но никого там как бы нету. Я, получается, зря приехал. Просто я сам тупой, блядь, как валенок. Я не понимаю, куда мне ехать, что мне делать. У меня нету ни АХК, ничего, понимаете? То есть, я могу как бы стреляться, но, допустим, те же самые там действия, там, в громкоговоритель нужно отыгрывать. То есть, я как-то не особо подготовился к этому ролику, но хочется все-таки вам показать какое-то задержание, может быть, еще что-то. А че он так далеко? Куда, блядь, ехать? Ты че, ебанутый, блядь? Шо он там забыл вообще? Я не понимаю. О, где-то рядом, где-то рядом. Куда, блядь? Как он так быстро передвигается? Ты что, ебанутый? Ебать, а на чем он едет, блядь? На Бугатте, блядь, или на чем? Почему так быстро, блядь, ты едешь? Я не могу тебя догнать. Рядом, рядом, рядом. Так, быстренько, быстренько, давай газу. Стоять и двигаться, ебать. Работает ОМОН. В общем, просто... вот с инфом ВК стоит, он, походу, своих друзей зовет. Просто могут люди подлететь. А с запущенным люди здесь не могут стоять. Да, окей, без проблем. Пацан, скажи еще что-то. Вот с голос знакомый, будто Кирилл Гейм. Да, ты шо? А ты фрапчешь? Да. Оставишь? Да? Блять, чё они все в пизде? Можно я с пацанами покатаюсь? Так, велосипедист какой-то. Так, поехали за ними. Так, ребята, походят, походят. Ребята, можно к вам сесть, пожалуйста? Предъявишь ваши документы. Блять, я заикаться начал. Разрешите его обыскать. Жетон 272. Тут вообще мало людей в розыске, блин. Ёбаный в рот. Я думал, будет побольше. Блин, я вообще такой тупой, еще на заикаться начал, сука. Блять, только я мог, короче, так сделать. Ла-л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 а. Так, опа, все. Ла-ла-ла-ла-ла. Не, вам показалось. Да, конечно. Достал салфетку, протер маску. Удачно, маска чистая. О, ура, спасибо. Ебать, я фулл РПшник. Ну вон он на крыше бегает. Гражданин, слезайте. Надо, чтобы кто-то вертолет. Неплохая идея. Не, ну почему, смотрите, вертолет пригоните, а он оттуда спрыгнет, а мы тут его снизу хлопнем. Вот а что нам мешает его сейчас с этой убить? Не знаю. Ну, нам, давайте, давайте я преследку кидаю. Мы нахуярим вам, они пишут. Сейчас будут разборки питерские. Какая-то РПшка или чё, ФСБшников сколько, пиздец. Если у меня ломка начнется, меня не поймут вообще люди. Да. Преследование кидаю? Бля, адреналин не могу заюзать. Бать, они охуели, блядь. Я еще с лаунчера стрелять не умею. Кто-нибудь, помогите мне, пожалуйста. У меня адреналина нету, блядь. Это я бомжара, ебаная. Первый день, блядь, отпиздили уже нахуй, блядь. Блядь, а хватит по мне стрелять, чё я сделал? Блин, сейчас аптечки закончатся, ебать. У меня еще броника нету, ебаный в рот. Чё по мне все стреляют постоянно? Не разобраться, в дискут не пойти. Вообще охуительно. Чё за пидорасы приходят и просят их лечить, я не понимаю. Вот, кстати, привет, Полканов, как ты? Вот, кстати, да, недавно у меня в КПЗ там сидел. Поднялся, брат. Ай-яй-яй,
Я сегодня вот до прапорщика, короче, поднялся, уже послезавтра младшим лейтенантом буду. Смотри, ты сейчас, пропсишь? Да. Смотри, сейчас. Идем за мной, Так, сейчас посмотри, что тебе хочешь показать? Я ничего не понял. На это... Вот это смотри. Как он называется? Если ты его вот тут танец, короче, становишь винос, то это плюс 100 тысяч просмотров. Так ты не танцевал для меня. Больше нет у нас прямом в области, короче. Вот. А-а-а. Вот, видишь? Не, ну ты секс-машина ещё-то. Вот, короче, если ты это видос вставляешь, это плюс 100 тысяч просмотров, короче. Там мерчику я уже сделал 100 тысяч просмотров, посмотришь потом. Ну проверим, проверим. Ну что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео, надеюсь, вам понравилось. Я вам постарался изнутри показать, как выглядит ФСБ, какие там есть фишки, приколюхи там и так далее, как это работает, какие есть функции. Даже мы попытались сегодня арестовать преступников. Но если вы наберете хорошую активность, то, возможно, я запишу еще видео, где я уже реально буду ловить особо опасных преступников. Я уже хорошо подготовлюсь. Все зависит только от вашей активности. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.